перерыве между боями мы узнали об обнаруженном тоннеле боевиков. Немедленно выдвигаемся для осмотра. На стенах освобожденного дома метки, оставленные террористами фронта Аль-Нусра. За позициями боевиков внимательно наблюдают солдаты сирийской армии. Осторожно там. المشفى صار على يمينك اذا خذ على يمينك بناء كبير مهدم هذا هو البناء المهدم تماما هون محور هذا كان مشفى لمين مشفى وطني لامنا يعني ايه؟ جديد كان محتل يعني خذ على اليسار خذ على اليسار هاي الهنجارات كمان تواجدون فيها الهنجارات اليساريه ايوه 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 تماما هذول هاي تماما هاي برا العطل بدي خليه يصور Вот и подземный ход. محاولين يفتحوا باتجاهين الممر مفتوح ايوه يعني ثلاث ممرات له يعني подземный ход состоит из трех ветвей каждая из которых ведет в различных направлениях до рая сейчас две из них обрушены а одна заблокирована для того чтобы боевики не могли его использовать глубина подземного хода почти 10 метров сейчас спуститься в него невозможно так как он задымлен для противодействия боевикам Возобновляется перестрелка, и проводник командует нам уходить. هذا معمل البلوك يمينك مو عادي لا على هذا الاتجاه اذا بده يصور من هون يصور من هون Осматриваем позиции террористов. Там тоже там думают, что там есть подземный ход, связан с этим, который здесь.
Так кто я нам вот занял? Папа, ты бля. Вот эти кварталы были освобождены в ходе операции солдатами сирийской арабской армии. Все эти дома были заняты ранее боевиками. Сейчас они освобождены и по окончании боевых действий, скорее всего, будут достроены и в них поселятся мирные жители. Операция продолжается.